Их называют хвостиками, пушистиками, маленькими друзьями. Во всем мире люди, которым не безразлична судьба бездомных животных, борются за их права и проводят благотворительные акции. Саров не стал исключением. С 1 апреля по 31 мая в нашем городе пройдет акция помощи частным приютам под хэштегом «Дари, корми, люби». Мы нашли 3 частных приюта. Один находится там же, где приемник, это на Зернова. Еще съемная квартира и огороды на Протяжке. Там женщина продала свою квартиру, купила там дом и вот там. Значит, чем заинтересовала и почему именно им? Эти люди помогают именно животным, которые попали в беду. Руководители частных приютов – люди, у которых есть основная работа. А в свободное время они – волонтеры, разделяющие боль животных, оставшихся без дома. У приютов нет финансовой поддержки города, именно поэтому им нужна наша помощь – корма, старое одеяло, подстилки, лекарства. Нужны и люди, которые могут обустроить вольеры, регулярно прибирать их. Меня вообще умиляют люди, и, честно говоря, прям до слез, когда просишь помощи, а помощь приходит чуть ли не через час, через два, через три. Поэтому, естественно, всем моим благодарность волонтерам. Все всегда поддерживают, все всегда откликаются на любую помощь, которую только возможно. Пункты приема помощи частным приютам находятся ОБЦ на улице Силкина, клуб Акбар, клуб Восход на Музрукова и Сарфты. Подробную информацию и все вопросы можно задать Светлане Романовой или написать в группу ВКонтакте «Клуб любителей собаководства Акбар».